Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Побежала в магазин. Мне очень надо было на рынок. Очень надо было. Быстро-быстро все делать, приготовить. Сейчас покажу, что я купила, потом расскажу, что сегодня будем готовить. Купила несоленая сигу. Копченая сига, копченая. Запах обалденный. Скажу, что я буду пробовать. Потом посмотрю, как у меня получилось. Тогда поделюсь, да? Вместе с вами будем делать. Вот такой несоленый. Моя семья соленый ничего не кушает. Видите? Не хочу руками трогать, но уже потрогала. Блестят очень вкусно. Так, купила персик. 3 килограмма. Купила, открываю потихонечку, купила соль, купила сыр, вот таких сырники, сыр, такой плавленый сыр называется, вот такой, мы любим, постоянно покупаю, купила крабовые палочки, купила 5 штук нори, вы уже догадались, что я буду пробовать. У меня и коврик есть китайский. Это для пищи. Вы все знаете, китайский. Дала 800 или 700 драм. Не помню. Или 1000 драм. Неважно. И у меня женщина писала. Молодая девушка, кстати, не женщина. Писала: Люсине, делай муравник. Дорогая, я обязательно обещаю, это купила для крема, вареная сгущенка для крема. Буду показать, сделать муравник. Так, дальше, друзья, сейчас поближе покажу. Мы все знаем, здесь сига, рыба. Сейчас ближе покажу и скажу, хорошо? Друзья, вот у меня сига. Я порезала голову их в хвост и посолила. Мы все знаем, да, снизу соль очень много, сверху и хорошенько закрываем. Я закрыла и оставила 5 дней. 6-й день вытаскиваю. 6-й сутки вытаскиваю. Это и хорошо под водой. Хорошо буду мыть, друзья. Очень хорошо буду мыть. Друзья, как вы догадались, я вот это у меня сига рыба. Берите, не знаю какую рыбу, я постоянно беру сигу. Это рецепт от моей мамы. Моя мама делает. Она меня научила делать сигу, селедку. Она очень вкусно готовит селедку, рыбные котлеты, рыбные это, голубцы, еще кюфту, по-моему. Кюфту тоже умеет делать. Это у меня сига. Мы будем делать селедку. Я хотела поделиться рецепт от моей матери. Очень вкусный рецепт. Получится у всех, и пальчики оближешь. Серьезно, очень вкусный. Я решила с вами поделиться, друзья. Вот, я буду хорошо мыть и оставлю 20-20 минут, так, под водой, да, воду налью, чтобы этот соль все сильно соленый не был, да, немножко приятный был. Так, хорошо будем мыть. Хорошо, сейчас буду мыть, встретимся. Друзья, я снимаю кожуру. Надеюсь, видно. Да? Раку. Да, видно. Чуть-чуть. Видите, она очень легко отделяется. Видите, пальцем. Да? Вот пальцем. Мои пальцы. Легко, очень легко и просто. Смотрите. Вот так вот дальше иду. Она крепкая, да? Я снимаю обязательно. Так вкусно, да? Я пробовала. И так вкусно. Можете не снимать. И так вкусно, и так. Просто я снимаю. Смотря тогда как. Не всегда снимаю. Вот это будем резать. И все. Все это снимаю. Видите? Все это снимаю. Все.
Она очень хорошо и так с остальными. И воду. Я хорошо, очень хорошо помыла. И воду сейчас налью. 20 минут оставлю. Потом вылью воду. Опять налью. Просто вот так она вкус, да, без кожуры. Еще, да, аромат очень хорошо дает, передает, да. Видите, как снимается? Очень легко. Моя мама тоже, когда как снимает. Есть настроение, снимает. Нет настроения, не снимает. Вкус ничего не влияет, только, не знаю, мне так понравилось. Я хотите, делайте, как я делаю. Вот видите, она очень легко все с этими. У нас кошки есть. Не в доме, я не люблю в доме. Собаку люблю, а кошек нет. Все. Видите? Видите, как открывается? Очень легко, видите? Видите? Смотрите. Я даже усилие, да, пальцем. Вот так вот. Вот, двумя пальцами. Слегка. Вот. Все у меня уже готово. Опа, Настя. Итак, остальными делаем. Вот, друзья мои хорошие, мои красавицы. Хорошенько помыла. И обыкновенно из-под крана воду наливала. 20 минут, ровно 20 минут я вылью эту водичку. И, видите, я все сняла. Очень легко и просто. И еще раз 20 минут. А остальное покажу. Вот, друзья, снизу у меня перец, горошек, лавлёрки и чеснок. Немножко отрезаем и снизу вот так вот. Дальше опять красиво все сложили. Вот так вот. Вот так вот. Аккуратно сложили. Отрезаем вам нужные кусочки. Мне такие маленькие нормально. Отрезайте как хотите, да? Как желаете. Это ваше желание, да? Хотите большие, большие делайте. Хотите маленькое, маленькое делайте. Так, еще одну здесь. И опять лавлорки. Все. Перец, горошек. Видно? Да. Чеснок. Это маленький пополам сделаю. Вот так вот. Вот так вот. Несколько штук. Для вкуса чеснока. Все. Ну, у меня опять идет. Опась. Сваренной картошкой. С чем хотите. Просто так хотите. Очень вкусно. Я хорошо, вы видели, помыла. Так, опять у меня. Вот здесь. Там не нужен. Вот здесь, где нету горошек. И чеснок. Все. И чеснок. Все. Сейчас нам нужен уксус. Я сейчас приготовлю и скажу, сколько чего. Друзья, вот 100-граммовое у меня. Это подсолнечное масло. Столько же берем. Вот такой, да, у меня яблочный уксус. Вот такой уксус у меня. Какой процент? 0,5. Нет, нет, это литр. Извиняюсь. Ладно, сейчас налью, скажу. Вот сколько у вас масла, столько у вас и идет, да, уксус.
Я вот наливала в этой посуде, чтобы мешать. Все. Запомним, столько уксуса, какой стакан. Берете такой стакан, такой стакан 250 уксуса, 250 подсолнечное масло. И хорошо мешаем, да? Очень хорошо мешаем. Там уже соль не нужен. Мы помним, да? Все, хорошо мешаю. Если чуть-чуть не дотянет, опять делайте чуть-чуть. Да. Сколько же берете, столько же. Вот уже. Вот видите? Сок. У меня не закрыло. Мне чуть-чуть надо. Я еще добавлю. Чуть-чуть тоже добавлю. Обязательно хотя бы, чтобы закрыло. Все, опять добавляю. Берите сразу 250-300 миллилитр уксуса, 300 миллилитра подсолнечное, любое масло, подсолнечное масло. Видите? Все, у меня уже закрыло, больше не нужен. Все, все. Она сядет, конечно, и оставляем уже. Третий день можно кушать, да? Третьи сутки уже можно кушать. Дорогие мои, смотрите эту красоту. Разве с чем хотите кушать? Или просто черным хлебом люблю я. Видите? Красоту, красоту. Вот и все, дорогие мои. Запомним. У меня было 6 штук рыба сига. 6 дней в соли хорошенько укутываем, да, просыпаем солью, не укутываем. Просыпаем солью. 5 дней остается в холодильнике. Каждый раз снимаем, там водичку, да, оставляет. Выливаем эту водичку, а в соль, если что, добавляем чуть-чуть сверху. 6-й день вытаскиваем и хорошенько будем мыть. Мы видели, вот как я делала. Очень вкусно, очень полезно. Это рецепт от моей мамы. Все, я сделала досконально и отправляю в холодильник. Холодильник обязательно. 2-й сутки пройдет, можете и 2-й, и 3-й, но оставляйте 3-й день, хотя бы кушайте, чтобы все это вкус чеснока. Здесь идет для лорки перец и душистый, и чеснок. И 200 берете, 250 грамм подсолнечное масло, 250 грамм уксуса яблочное. Вот так вот, все сказала. Запомните. Вот и все, дорогие мои. Не буду тянуть. И я уставшая, и вы уставшие. Все. Мне надо покормить семью. Спасибо за просмотр, друзья. Спасибо за то, что вы со мной. Не забываем, не ленитесь, друзья. Не забываем лайки. Спасибо за внимание, за позитив. Ваши комментарии сразу мне дают двойной, тройной энергии. Спасибо, мои хорошие. Вот и все. Друзья, если кто не подписан, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои интересные видео. Друзья, пока-пока!